Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Киев во вторник накрыл рекордный за 30 лет ливень. Меньше чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Из-за сильного ливня столица практически ушла под воду. Машины в буквальном смысле плавали по дорогам, уровень воды достигал порой их крыш. Люди также вынуждены были передвигаться по пояс в воде, так как водосточные системы не справились с таким количеством осадков. В результате подтопления на улицах Дарницкого, Оболонского, Соломенского и Святошинского районов возникли перебои в движении транспорта. Вчера Москву и область накрыл мегаливень. По словам синоптиков, эта неделя в Москве может перевыполнить месячную норму осадков. Одними из первых ливень встретили жители Кунцево. Из-за стены ливня соседние дома скрылись из виду, прогремел гром. На западе Москвы затопило Дублер и часть Рублевского шоссе в районе пересечения с Крылатской и Ярцевской улицами. Проезжающие автомобили оставляли за собой огромный шлейф из воды. От ливня пострадало и метро. Дептранс сообщил о приостановке движения между станциями Багратионовская и Кунцевская-Филевская линии для обеспечения безопасности. На Клязьминской улице перекрыли движение из-за затопленного автобуса маршрута 672. Когда люди выходили из него, вода многим доходила до пояса. Пассажиры были оперативно эвакуированы, и никто не пострадал. Из-за ливня Москва утонула в семибальных пробках. Сложнее всего ситуация была на Садовом и Третьем транспортном кольцах и на Ленинградском проспекте. На севере Москвы под воду ушел подземный паркинг в жилом комплексе «Дмитровский парк» на Лобнинской улице. Вода стояла даже на лестнице. В такую погоду подземные паркинги за считанные минуты могут превратиться в очень опасное место. Рядом со станцией метро «Пионерская» вышел из берегов Мазиловский пруд и затопил сквер. По городу отмечаются десятки упавших деревьев, некоторые из них повредили автомобили. Вышла из берегов и река Яуза, ее уровень поднялся на 2,5 метра. Разлив воды случился в районе парка у Ростокинского акведука. Утки, которые обитают в Яузе, стали проплывать прямо по пешеходным дорожкам. Рядом с местом происшествия находится Малахитовая улица, движение по которой было перекрыто. Всего за 13 суток июня в Москве уже выпало 118 мм дождя, или в полтора раза больше месячной нормы осадков. Только за вчерашний день в Подмосковье выпало 68% от месячной нормы. Второй уровень. А вон тот первый уровень. Какой ты сюр вообще? Откуда здесь столько лавы-то?
глаза открываются. Не только Москва тонет после ливней. Город Энгельс Саратовской области тоже пережил непогоду. После дождя улицы превратились в реки. От жителей поступили жалобы на подтопление территории многоквартирных домов, дорог, соцучреждений. На ликвидацию последствий прошедшей грозы со шквалистым ветром выехала вся имеющаяся техника по откачке ливневых вод. В четверг во второй половине дня на Дагестан обрушился мощный ураган с ливнем и шквалистым ветром. Стихия обрушилась настолько внезапно, что в море волнами унесло несколько человек с пляжа Махачкалы. К вечеру стало известно, что 14 человек были спасены. Точное количество унесенных волнами неизвестно. Внезапно возникший в течение нескольких минут ураганный ветер со шквалистым ливнем стал причиной падения десятков деревьев и даже башенного крана. В населенных пунктах местами отключилось электричество, улицы залило водой. Непогода парализовала транспортное сообщение, в том числе была приостановлена работа международного аэропорта в Махачкале. Сильный ветер с дождем вызвали в аэропорту протекание крыши, а также привели к задержке нескольких рейсов. Из-за стихии пришлось перенести рейсы в Москву и Нижневартовск. Других пассажиров дождь застал во время прилета. Люди не могли выйти из салона, пока не утихнет буря. В Махачкале все городские и аварийные службы были переведены на усиленный режим работы. Для оперативной работы укомплектовали 15 аварийных бригад и задействовали 20 единиц специализированной техники для устранения последствий ливня. На проблемных городских территориях аварийными бригадами была проведена очистка системы ливневой канализации. В Алматы вчера утром молния чрезвычайно эффектно поразила телебашню Коктабе. Телевышка высотой 371,5 метра, второе по высоте сооружение в Казахстане и одно из самых сейсмостойких. Утверждается, что телебашня может выдержать землетрясение до 10 баллов. Сильный шквалистый ветер с порывами до 44 метров в секунду наблюдался вчера в китайском Домине в провинции Хэбэй. А в Цанчжоу и вовсе прошел разрушительный торнадо. После его прохождения остались десятки поваленных деревьев, сорванных крыш и оборванных линий электропередачи. Несколько районов оказались обесточены.
Необычные светящиеся объекты наблюдали ночью жители Алматы. Пользователи сети предположили, что это могли быть метеориты. Однако специалисты Астрофизического института имени Фисенкова объяснили, что это явление вызвано сгоранием фрагментов спутника при вхождении в атмосферу Земли. Спасатели достали кота с дна вентиляционной шахты в Нижегородской области. Котенок угодил на дно вентиляционной шахты и 4 дня ждал помощи. Спасатели спустили к нему сумку с кормом, и когда питомец оказался в авоське, его подняли наверх. Ну все, все, попался. Вот он. Черный. Иди сюда. Есть. Нет, он уже такой-то. Ну, да, он должен питаться. Он боится там вообще. Сейчас. А сидел? В самом-самом-самом низу. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке. Эпицентр землетрясения находился в 87 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 52 километра под морским дном. В свою очередь, в Главном управлении МЧС по региону сообщили, что, судя по инструментальным данным, в населенных пунктах Усть-Камчатского района подземные толчки могли ощущаться силой до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась, сказали в ведомстве. Землетрясение магнитудой 5 произошло на юге штата Аляска в 5 часов 49 минут по местному времени. Очаг залегал на глубине 86 километров. Эпицентр находился в 73 километрах от Карлука. Подземные толчки ощущались в ряде районов Аляски. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале.